Всем привет! В этом видео ты узнаешь, как и где получить 22 ивентовые крутки в обновлении 3.5. Абсолютно бесплатно. Приятного тебе просмотра и про лайк с подпиской не забывай. А также заходи на... Ancient Drop. Самый лучший сайт с прямодемами. Дешевле, чем в официальном магазине. Все выводы делаются через официального партнера Деншина Кудашуб. Каждый день проходят халявные раздачи на прямодемы и луны. Ссылка в закрепленном комментарии. Как ты знаешь, обновление 3.5 выходит 1 марта. Еще, конечно, долговато, но уже появилась информация о некоторых наградах. Кстати, если ты вдруг не ввел промокоды на прямодемы, заходи в мой телеграм-канал, там они тебя ждут. Разработчики наконец-то додумались начать выдавать награды за прохождение задания архонтов. То есть за каждое прохождение задания архонтов мы будем получать по одной ивентовой крутке. На данный момент в игре существует 22 таких задания. Но если вы вдруг как какие-то проходили, то вы сможете забрать награду сразу в обновление 3.5. Вы просто заходите в архив, журнал путешествий и забираете круточки. Там, где вы прошли. То есть, задание тебе перепроходить не придется. Кстати, сегодня в 13.00 по МСК у меня будет стрим, на котором мы подведем итоги розыгрыша, который проходит в Дискорде. Так что успей поучаствовать. Напиши в комментариях, рад ли ты такой новости. Подписывайся на канал Телеграм. Всех люблю. Пока.